О том, что грядет Великий Переход, знали все. Когда-то об этом туманно высказывались пророки, потом эзотерики слегка разогнали туман и конкретизировали детали. Еще позже подключились работники искусства и литературы, не говоря уже о ясновидящих, контактерах и прочих экстрасенсах. А еще были те, кто транслировал послания высших сил, общался с внеземными цивилизациями, применял нумерологию и составлял астрологические прогнозы. Таким образом, к Великому Переходу человечество готовили долго и вдумчиво, чтобы потом никто не разрушился от радости. Вот только по поводу того, как именно это должно произойти, имелись большие расхождения во мнениях. Кто-то утверждал, что сначала будет конец света, и кто выживет, тот и перейдет. Другие возражали, что, мол, не конец света, а всеобщее вознесение. Третьи ждали знаков и знамений. Четвертые считали, что нужно изо всех сил готовиться, потому что перейдут только те, у кого вибрации соответствуют. В общем, идея Великого Перехода так или иначе обсуждалась. Его ждали и побаивались. Как же все-таки произойдет это эпохальное событие? А самое главное, кто окажется достоин перейти в новую жизнь? А произошло все буднично и одномоментно. Просто в один прекрасный день, а вернее в прекрасную ночь, каждому жителю Земли во сне явилось некое световое существо, которое сообщило, что с завтрашнего дня на всей Земле, близ каждого населенного пункта, откроются многочисленные райские врата, и, пройдя в них, каждый может совершить свой великий переход в новое измерение. Если захочет, конечно, потому как дело это сугубо добровольное. Найти райские врата будет легко и просто. Над ними воссияет радуга. Нужно идти на этот ориентир, только и всего. И рано или поздно ты окажешься у цели, и там тебя встретят. Суетиться и торопиться не нужно, потому что свободный доступ будет обеспечен всем, а время не ограничено. Наутро супруги Юркины проснулись, посмотрели друг на друга и сразу вспомнили удивительный сон. «А мне приснилось! И мне!» Не сговариваясь, они бросились к окну и действительно увидели невероятно красивую и яркую радугу. «Райские врата!» Хором выдохнули Юркины. «Так, давай собираться!» Деловито скомандовала Юркина. «Доставай чемодан, а я пока соберу деньги и документы». «А зачем нам в раю деньги и документы?» – удивился Юркин. «А ты знаешь, как оно там устроено? В новом измерении?» – парировала жена. «Лучше заранее все предусмотреть. Сам о себе не побеспокоишься, никто не побеспокоится». «Это да, конечно», – согласился Юркин и полез на антресоли за чемоданом. Сборы надолго не затянулись. Вскоре все необходимые вещи были упакованы в чемодан и две сумки. «Нам это все точно понадобится?» – с сомнением спросил Юркин. «Это самое необходимое на первое время», – уверила его жена. «Потом, конечно, обживемся, а пока вот так». «Одеваться как, по-походному?» — уточнил Юркин. «Да ты что! Мы же не на пикник собираемся, а в райские врата. Наденешь серый костюм и галстук, что я тебе на 23 февраля подарила, а я — красное платье и черные туфли. Это будет и строго, и нарядно». Время от времени супруги выглядывали в окно посмотреть, не исчезла ли радуга. Она сияла по-прежнему, невзирая на хмурое серое небо. «Ты бери чемоданы и иди заводи машину, а я нам бутерброды в дорогу сделаю», —
А нас там что, кормить разве не будут? Там, наверное, манна, амброзия и нектар. Вспомнил Юркин. Манка вредна. Нектар — не натуральный сок. А амброзия — вообще сорняк. Отрезала жена. Хватит болтать. Делай, что сказано. На лестничной клетке Юркин встретил соседа Николая, который как раз запирал свою дверь. «Тоже к райским вратам?» — спросил Юркин. «Не, я не к вратам. Я в магазин. Такое событие надо отметить», — жизнерадостно доложил Николай. «Какое отметить? А вдруг не успеешь? Попадешь к шапочному разбору?» «Нафига в раю шапки?» — хохотнул Николай. «Не, сосед, я на тот свет не тороплюсь. Я сперва в магазин». Юркина неприятно царапнула на тот свет. Конечно, рай хорошо и все такое, но ведь на тот свет это, как ни крути, означает смерть на этом свете. Или не означает? Великий переход, с досадой пробормотал Юркин. Неужели нельзя без театральных эффектов? Почему бы не устроить рай на земле, если на то пошло? Каждому, так сказать, по потребностям. Он вздохнул и повлек чемодан и сумки вниз по лестнице. «Лапа, а как быть с телефоном? Отключать или нет?» Прижимая трубку к уху, тем временем озабоченно спрашивала Юркина свою ближайшую подругу Нелечку. «И вообще, вдруг, пока мы там у райских врат толкаться будем, нам тут квартиру обворуют. Что делать-то?» Нелечка не знала, что делать, и ничего умного посоветовать не могла. Она и сама была в растерянности. Здесь у нее была квартира в престижном районе и высокий покровитель Сидор Степанович. Ну а там полная неизвестность и неопределенность. Нет, в рай, конечно, хотелось, но... Наконец сели в машину. «Давай скорее, а то в пробку попадем!» — нервно сказала Юркина. «Не одни же мы такие умные! Небось, все в рай торопятся!» «Вот увидишь, у райских врат сейчас уже полгорода толпится! Еще придется в очереди стоять!» Но, как ни странно, особого напряженного трафика не наблюдалось. То ли народ еще не осознал, то ли как Юркины вдумчиво собирался, то ли как сосед Николай решил сначала отпраздновать. Как ни странно, в обратном направлении, то есть в город, движение было куда более оживленным. «Не понял, откуда это они с утра пораньше?» озадаченно пробормотал Юркин. Как только выскочили за город, сразу увидели райские врата во всей красе. Они были установлены прямо под радугой, раскинувшейся в чистом поле, и сияли так, что глазам больно было. Но вот что странно, никакой многотысячной толпы рядом не наблюдалось. Нет, народ, конечно, был, но совсем не так много, как следовало бы предположить. Поодаль у дороги было припарковано 2-3 машин. И Юркин свернул туда же. Доставая из багажника чемодан, они увидели мужчину, который как раз шел от врат к своему автомобилю. «Привет, земляк!» — обратился к нему Юркин. «Ну как там?» «Что как там?» — задумчиво уточнил мужчина. «В смысле, как там Великий Переход? Уже пропускают?» «Да пропускать-то пропускают!» — пожал плечами мужчина. «Вопрос, нужно ли? Вы чемодан-то с собой не тащите. Сначала сходите, посмотрите». «И то верно!» — обрадовался Юркин. «Милая, пойдем, поглядим, что и как, а потом уж...» «А ты, земляк, почему в обратном направлении движешься? Забыл чего?»
Может, и забыл, а может, и не знал. Мужчина выглядел слегка растерянным. Продумать надо, осмыслить. «Надеюсь, там ничего страшного нет?» — обеспокоилась Юркина. «Документы требуют?» «Нет, нет, ничего не требуют. Вы и правда сходите, посмотрите. Там не сразу переход осуществляется. Сначала демо-версия. Все покажут, все расскажут. А вы потом сами решите, сейчас пойдете или потом когда-нибудь». «А что, и так можно?» — удивился Юркин. «Да по-всякому можно», — отозвался мужчина. «Нет, вот подумать только. Я всю жизнь ждал этого перехода. Гору специальной литературы перелопатил, столько тренингов прошел, медитировал, йогой занимался. Теоретическая подготовка, будь здоров! А вот коснулась практики и... Ладно, что я вам каркать буду? Может, вам этот переход расплюнуть? Короче, удачи! А я поеду. Мне подумать надо». С этими словами он плюхнулся в свой автомобиль и отправился назад в город. Юркина, остолбенев, проводили его глазами в полном молчании. «Милый, я боюсь!» — пискнула Юркина. «Бояться нечего», — наставительно ответил Юркин. «Насильно никто не загонит. Говорят же тебе, демо-версия имеется. Вот пойдем и посмотрим. Там еще очередь, наверное, занимать придется». У райских врат, против ожиданий Юркина, очереди не было. Слонялся народ, это да, но при приближении Юркиных все поспешно расступались, освобождая дорогу. У самых врат уже приветливо махал рукой то самое световое существо, которое было во сне. Ну или не то, но очень похожее. «Добро пожаловать!» — приветствовало существо. «Вы хотите совершить великий переход сразу или желаете, чтобы вам продемонстрировали ваши новые возможности?» «Конечно, возможности!» — быстро сказал Юркин. «Правда, дорогая? Надо же понимать, куда мы намерены переселиться!» «Конечно, конечно!» — бодро согласилось существо. «Мало кто готов перейти, не глядя. Надо посмотреть, обдумать». «А грешников в рай пускают?» — с опаской спросила Юркина. «Видите ли, у нас тут не существует понятий «грех» и «грешник», — разъяснило световое существо. «Пройти могут все, но каждый сам решает, готов он или не готов». «А как мы поймем, что готовы?» напряженно уточнил Юркин. «Нужны какие-то специальные знания или как?» «Нет, знания тут вряд ли помогут. Понять умом это невозможно. Можно только почувствовать. Душа запоет, сердце подскажет. Как-то так». «Ну, тогда хорошо», — успокоился Юркин. «Тогда давайте уже перейдем к делу. Предоставьте нам, пожалуйста, демо-версию». «Прошу к калитке», — пригласило существо. «Только проходить по одному, такое условие. Не беспокойтесь, я буду с вами». Оказывается, в воротах была еще и калитка, которая сейчас распахнулась, и Юркин мужественно шагнул в нее первым. Что он ожидал увидеть? Наверное, какой-нибудь прекрасный город с висячими мостами и причудливыми строениями, над которыми бесшумно и плавно передвигаются летательные аппараты. А может, ангелов, играющих на арфах, некую космическую симфонию. Впрочем, неважно. Ничего такого там не было. «А это точно рай?» — растерянно спросил Юркин, озирая бескрайнюю голую равнину
невнятного серого цвета. «Абсолютно точно!» — подтвердил его провожатый. «Но здесь же ничего нет! То есть вообще ничего!» «Разумеется, так и должно быть. Старый мир остается по ту сторону, а здесь каждый строит новый мир, так, как он его видит, с нуля, с чистой страницы». «Простите, но это же нонсенс!» В замешательстве уставился на него Юркин. «Как можно в одиночку построить целый мир? Озеленение, коммуникации, инфраструктура. На это не то что жизни, 100 жизней не хватит. Да и потом, я же не строитель, не садовник. Я ничего этого не люблю и не умею». «Но что-то же вы умеете, в чем-то же вы творец. Ведь вы же очень часто говорили, что мир несовершенен, несправедлив, что многое в нем надо изменить. Неужели вам никогда не хотелось сделать все самому так, как вы считаете нужным? Построить свой собственный рай?» Хотелось ли ему? Да, конечно, хотелось. Только давно, когда он был еще молод и полон романтических бредней. Тогда он еще был уверен, что каждый кузнец своего счастья, и что у всех равные возможности, и что уж он-то обязательно пробьется и построит свой рай на земле. И ведь построил. Карьера, квартира, машина, семья, дача, все, что нужно для счастья. Вот только от этого в окружающем мире не стало меньше ни подлости, ни пошлости, ни воровства, ни мздоимства, ни мутных политических личностей, которые вечно что-то там крутили, вертели, как наперсточники на рынке. Он давно уже научился абстрагироваться от этого. Это ваш мир, а мой вот. Я толерантен к вам, а вы уже, пожалуйста, не лезьте ко мне. Столько лет строил, и теперь что же, все бросить и снова с нуля начинать? «Я не смогу ничего построить», — упавшим голосом сказал Юркин. «Если бы хотя бы 20 лет раньше, а теперь силы уже не те. Если честно, страшно». «Новое всегда страшно, но недаром же люди говорят, глаза боятся, руки делают». «Во мне не осталось ничего творческого», — признался Юркин. «Понимаете, я слишком долго жил по правилам и по привычке. Рутина, быт, словом, сплошные шаблоны. Я думал, райские врата — это пропуск в справедливый мир, который создал для нас сам Творец». «Так в этом-то и есть суть великого перехода», — с жаром сказала световое существо. «Теперь каждый сам себе Творец и может творить миры. Эти миры будут соприкасаться, частично накладываться друг на друга, взаимопроникать, смешиваться. Представьте себе это буйство красок и звуков, разнообразие комбинаций. Неужели вам не интересно?» «Не знаю», — устало ответил Юлкин. «Подумать надо. Ведь переход — это же не одномоментно, в том смысле, что к вратам всегда можно вернуться». «Время у вас есть», — подтвердил провожатый. «Для этого и демо-версия, чтобы каждый мог сам определить степень готовности». «А если кто-то так и не будет готов? Те, кто не захотят переходить, умрут, да?» «Зачем?» — удивилось существо. «Нет, конечно. Будут жить, как и жили, долго и, по возможности, счастливо, весь свой отпущенный срок. Далеко не всем нужен великий переход. Это же понятно». «Ага,
«Значит, все-таки сортируете!» Горько усмехнулся Юркин. «Отделяете зерна от плевел!» «Да ради бога!» Всплеснуло руками световое существо. «Кому это надо сортировать?» «Сами сортируетесь! Сами делаете выбор и принимаете решение! Причем никто вас с этим решением не торопит! Можете через какое-то время снова вернуться, посмотреть, оценить силу своего намерения. Возможно, за это время вы вспомните, в чем вы проявляете себя творцом, и вам захочется воплотить в жизнь какие-нибудь идеи». «Пожалуй, я так и сделаю», — решил Юркин. «Сейчас я переходить просто не готов». «Как и многие другие», — утешил его провожатый. «Идемте, там вас уже жена ожидает». В глубокой задумчивости Юркин вернулся в привычный мир, напоследок еще раз бросив взгляд на серую равнину. Идея не возникла, и он, вздохнув, шагнул за калитку. Пока шли к машине, он рассеянно слушал взволнованный голос жены. «Представляешь, ничего ведь нет, ничего!» И он мне говорит: «Обустраивайтесь, воплощайте!» А я и так всю жизнь пахала, как лошадь. Почему это я должна снова горбатиться? Чего ради? По мне, если уж рай, так благоустроенный, чтобы можно было отдыхать и наслаждаться». На подходе к стоянке пришлось переждать. Туда как раз подъехала машина, откуда стремительно выскочил мужчина с гитарой. «Тю! Да это снова ты, земляк!» Удивился Юркин, опознав в нем любителя тренингов, с которым они беседовали по приезду. «Ты же вроде подумать хотел». «Да, вспомнил по дороге», — возбужденно заговорил мужчина. «Я ж когда-то пел и на гитаре играл, как бог. Песни сочинял, потом как-то забросил, а сейчас снова пришло. Слова сами льются, в строчки складываются. Вот заехал домой за инструментом, хочу еще раз попробовать». «А вы свой мир песнопениями собрались строить?» — скептически поджала губы жена Юркина. «Соловья-то баснями не кормят, а попрыгунья стрекоза лето целое пропела. Помните, что с ней случилось? Между прочим, народная мудрость». «Ага», — подтвердил мужчина, — «только это же мудрость старого мира. Там, за райскими вратами, все по-другому устроено. Там не важно, что ты знаешь, важно, что чувствуешь. Не ум, а душа, понимаете? Говорят, там не важно, в чем ты творец, главное, чтобы проявлялся. Хочешь — строй, хочешь — пой, хочешь — рисуй или из пластилина лепи, а то и прямо из ничего. Образы материализуй, если получится. Главное, чтобы представлял, какой мир хочешь построить». «Так ты же вроде не представлял», — спросил Юркин. «Теперь уже начинаю», — бодро заявил мужчина. «Ладно, я побежал, а то меня творчество распирает. Удачи вам!» Юркин посмотрел ему вслед с легкой завистью. «Давай скорее в город поедем», — потребовала жена. «Дома столько дел, а мы тут прохлаждаемся». Юркин хмыкнул и пошел к машине. Уже открывая дверцу, он взглянул на райские врата, и на какую-то секунду они перестали отчаянно сиять и стали совершенно прозрачными, и взору Юркина открылись чудные города с воздушными виадуками и удивительными зданиями, с висячими садами и летательными аппаратами. Но прежде чем он успел хотя бы ахнуть, видение исчезло. Юркин вырулил на трассу и включил радио.
Чтобы успешно совершить великий переход, нужно ощущать себя великим человеком, вещал голос из приемника. Райские врата открыты для всех, но жить по ту сторону могут только те, кто осмеливается творить. Ведь новый мир может создать только Творец, и это единственное условие для великого перехода. Не грусти, я тебе сейчас такой пирог сотворю, пальчики оближешь, пообещала жена. А ведь все мы в чем-то творцы, вдруг подумалось Юркину. Надо только вспомнить, в чем именно. Хорошо, что время еще есть.